Всем привет! Друзья, сегодня мы будем готовить вкусное овощное рагу. Берем сковородку с высокими бортами и сюда наливаем растительное масло. Отправляем сюда чеснок, обжариваем, лук мелко нарезанный, также обжариваем, куриную грудку, порезанную такими вот небольшими кусочками. Тоже обжариваем. Теперь сюда отправляем морковь, болгарский перец. Перемешиваем и также чуть-чуть обжариваем. Сюда же отправляем картофель, кабачки, баклажаны, помидоры. Все это перемешиваем. Солим. Добавляем сладкий красный перец. Опять все хорошо перемешиваем. И вот, смотрите, я не до конца закрыла, на полуоткрытой крышке варим до готовности картофеля. Вот такая красота у нас получается. Мы подаем ее вместе со сметаной. Это очень вкусно. Приятного аппетита, дорогие друзья! Если вы приготовили по нашему рецепту, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на наш канал.